Бля, какая тишина. Так из туалета. А сколько мы лететь будем, блядь, в туалет хочу пипец. Ну поссать можешь, посрать нет. Посы в окно, в люк, в иллюминатор. Тишина. Номер два ушел. Спасибо, что... Четыре на канале, прием. И 24, прием, ты меня слышишь? Ветер, скорее всего, ТС жестко ландает. Ну, стоит, все нормально. Знаю, на прошлой миссии тоже у кого-то нормально, у кого-то ненормально. Я так замечательно все слушаю. И 24, прием. Ты слышишь меня? Что, Макс, совесть не замучивай еще? Нет. Я мамой тут. Да я понял. Перезаткнитесь оба, не мешайте. Это БВ-2 были под обстрелом, ушли, ну, вроде дальнейшее наше продвижение не наблюдали. Сейчас перегруппируемся, двинемся назад. Это рез, это место, где рез. Четверка отработала, пол БК, пуск один был, ушли. Принято, пойдем. Ожидаем. Внимание всем, основная атака будет на вышку. Повторяю, основная атака будет на вышку.
корабль в конце высадились, выходим к нему в реснике, дальнейшее действие. Примите вместе выставить, ну, опять же, как его. Приняли? Торы высадились? Торы еще не высадились, это был третий. Принято, поставим первым РМ, выставим вверх командирование. Карапуз, он там еще? А 13-й, мы убежали оттуда, не можем. Принято. Бежим на юг. Вот, заходим на посадку. Седьмой прием, метку выставьте, выделяйте на подсушку. Каскад метку принял. Вопрос, а противник можно далеко стоит базы? А, ветер, у них вообще нет ограничений на передвижение. И там и минометы могут поставить. Значит, наверх будет на севере. Вся авиация дружественная. Принято, наш бежим. После высадки уходим, возьму 110. Высадка, высадка. 110. Принято, номер 2, уходи в район ожидания, там все собираться. Каскад один. Третий высадил. Высадился. Четвертый высадил. Следственного движения первичного выстрела. Для первого, второго вторичного тоже выстрела. Который выходит? Третий, ухожу на высадку АГС. Третий, рацию на всякий случай сломаю. Смотрите,
Высадка, высадка. Мало слышал, да? Дым. Да-да-да, давайте быстрее. Сейчас мало разгружаем ящики. Жду. Кончили, мало летай. Закончили? Да-да. Да-да. Давайте, сейчас удачи закончили. Вам. Макс, настрой ДВ. Сейчас. Там надо точка 19 минут. Строил? Третий проверка ДВ. Да. Прям. АГС я высадил. Питер, там еще Немира помечает шилку. Принял. Сиди, метис пропал. Да, это БВМ. Поставить кто-то врага, сидим пока прокушиваем. Принять внимание, сильный метис еще есть заряд. Есть еще заряд. Да, четверка заходит. Душка. Пропуск есть. Шука. Тринадцатый. Тут в этом районе еще Душка или Шила работает. Мне сюда особо не лез, а? До обстрела. Понимаю, 24 шут работает. Попади. Попади. Седьмой прием, шут, смотрит на ухо. Сейчас попробую. А ничего, ДВ врага? Шут уже попал прием. 4 пока не попади. Штаб ПГС. Принято внимание, седьмой БТР и шут, отрабатывайте до уровня. АГС на канале ПМ. Перепозиция вражеского миномета. Сейчас попробуем отработать прямой наводкой. В принципе, можно и вертушки там зайти. Окей, работает. Лис, ветер, это был один. Бетра захватили, что делать? Так, внимание, свой ПТР один. Ответьте позицию, на которой они находятся. На востоке стоит.
Типа, внимание, не сможешь отработать пушку. Лидер, по-моему, БТР ссылка даже не поработал. Ну, это не просто, не работает. Ну, не получится. Миосин, видите, сильное шипение ушел. Ящик гранат, и так блестер открыл, так раз и вниз гранат кидал. В стакане. Сбила. Или рыбошки. Такая бомбардировка была прикольная. Блин, он скатывается? Скатывается. Угоню. Эй-эй-эй-эй! Не заводи, блин! Потому что он продолжит скатываться, если ты заведешь. Сейчас только шмяк, и все три вертолета взрываются. А где четвертый? Не знаю. Четвертый был АТ-шный. Жека, хватит баловаться моим вертолетом. Подожди, парковка берет, ты не видишь? Thank you.
Иди своим, балуйся. Давайте быстрее. Парашюты, парашюты, не забываем, как гранатомет. Там в первом РГОшке еще есть. Ну, вот я прошу. У РГОшки, Макс, ты сел уже, да? Да, давай. Ну да. Нет, ты должен, чтобы у тебя на спине был парашют, а не... У тебя сейчас гранатомет. Я пойду за РГОшками, да, спеку, хорошая вещь. Ну, чего вот ты? У меня парашют на спине. А у меня, я вижу, что у тебя гранатомет на спине сейчас находится. Имеется в виду, видно, что он у тебя на спине. Гранатомет у меня во втором слоте. Странно, ну ладно, давай залазь. Короче, да не мешай ему, Жека. Ему виднее. Окей. Я ж, действительно, ты мало что-то об этом не подумал. Так, кто там еще не сел? А кто-то в салоне сидит, тоже без парашюта. А внутри техники он не отображается, так что у вас на спине не отображается. А, ясно. Еще давайте одну КВ сделаем, да, 112. На спину, а гранатомет во второй слот. КВ 112, пацаны. Все сели? Игнатов. Да, на месте. 112, как бы, верно. У нас нужна проверка. Вы следите через какую-то. Так просто, чтобы никто не волновался. Крайний раз была идея высадить десант на крышу Эмита, и все закончилось очень весело. Я там сделал шикарное видео с это, с казаком. Амар, а смотри, на той миссии был небоскреб, на этой миссии есть башня. Может быть, попробуем на башнях? Так, не забывайте кричать Джеронимо. А мы над какой высотой? Джеронимо? Я ж вроде не доктор, кто? Скажу, когда прыгать, и всё, и не парься по этому поводу. Всё скажу. На карте напишите, что мы прыгаем. Может, и не прыгаем, сейчас узнаем, погоди. Сейчас Жека в дерево впереди, впилится. Закончится все гораздо плачевнее, пацаны, не боитесь. А, Жека поймает РПГ или это, базарка. И дерево вражеское. Походу все деревья враждебны. Более того, еще и земля враждебна обычно авиация. Там, судя по меткам, можно уже высаживаться. Жека, высота должна быть 100 метров в момент высадки. А тут гор, надо поймать ее еще, так что сейчас высадимся как-нибудь. Там еще деревья добывают. Да, там, кстати, БТР. Давайте прямо на него. Это запросто, у меня есть РПГ. Я прям в полете. Пожарка, пожарка! Ловушки, ловушки! Ловушки! Внимание, подход! На секунды! Три, два, один! Пошли, пошли, пошли! Прыгнул! Аня, я не могу я открыть парашют! Не могу открыть парашют! Автоматически я прыгнул! Джеронимо! Уи! Видел одного, пока спускался, так что, наверное, стрелять буду. Торы, свой пилот приближается. Каска в трубе.
Наша российская армия, блин. Меня, наверное, свои пристрелят. Джесс там живой? Свои, если что. Ноль. Кто на связи, направление, куда двигаться? Да на гору, на северо-запад, тупые все. Слишком безумная высадка была, чтобы что-то... О! Там уже взяли нож. Это капец. Осталось, да? Поп Ивану так. Пули свистят. Отделение наше поднимается. Да, тут полунож. Чувак, у меня нет ни ДВ, ничего. Чё ты меня спрашиваешь? Средняя дистанция. Ну, я спрашиваю тех, кто может знать. Бараться. Судя по всему, здесь двое остались. О, мимо меня пилот пробежал. Странно, я не могу его никуда видеть. Средняя дистанция. Поздравляю. Мне находишься при
копия на юго-востоке. Так, борт 3, проверка ДВ. На резерву. Ты дорогу наблюдаешь, нет? Пауэр на связи. Да погоди. Прием. Так, борт 3, проверка ДВ сдвиг. Слышно. Ну мы тут высадились, я тут это вдвоем, кажись. Так кто-кто? Борт 3, борт 3. А ты где? Ты что, у вас есть? Второй. Я с калашом. Третий. В зоне и средней. На моей это метке Рэмон Гонсу. Я понял. Ну двигайся со всеми отделениями. Возьми КВшку что-нибудь. Или сами двигайтесь обособленно. Идите трубу, не трубу. Ван. На попе Вани на один БТР точно находится, я его вижу. Прям находится пусть в середине. Маркер на него не актуален, сейчас ищу. Уже обозначил окоп. На поп Иване бетер грох. Немира поставил маркер актуальный на бетер. Сейчас выбью. Видимо, сесть. Сейчас уничтожу БТР. Ай, работает, блядь. В окопах. Бетер работает. Давай. Столько трупов, что ты не знаешь, как оружие. Дверь на ДВ? Да. А, там два бойца к тебе сейчас на твою КВшку выйдут, вместе пойдете. Макс, откуда и куда пойдет? Бетер подбили, нет? Столько окопов. Пойдут с тобой. Давай сдвиг по КВ, сдвиг по КВ. Дениска и Гризли. Принято. Проверь, какого сдвиг. Что там будет попадание? Нет? Выбит. Судя по звуку, он взорвался. А, внимание, там еще пехи бегают одиночно. Зверь, там продвигайтесь-то так, к высоте. Уже продвигаем. Спецназер. РПГ вал. Звука я вал. Каскад живы? В окопах находятся пехи. Будьте внимательны. Во втором окопе 3-4 пехотинца. У меня страшнейшая проблема, слишком много оружия вокруг валяется. Какая разница? Отличие помощнее. Я уже себе вал с коброй нашел. Базуку возьми. Есть у меня РПГ.
Так, все штурмуем на топовом, быстро-быстро. В окопах пехи могут быть, будь внимательны. Я так и не нашел врага.